Мы проводим интересную передачу. Зашоренное слово «пациентоориентированность», если честно. Мы говорим «пациентоориентированность» для того, чтобы не произносить слово «сервис». Я царь, я бог, я врач, а вы все вокруг тут пациенты, вокруг меня существуете. И я вот снизойду, богоизбранный, и вас, возможно, вылечу. Все мы гребем в одной лодке против сильного течения в борьбе за жизнь больного. Огромное количество проблем возникает из вот этих всех окружающих. Какой охранник там не пропускает? Во всем, что происходит в больнице, безусловно, виноват один человек, и он сейчас перед вами сидит. Работать, проявляя эмпатию, тяжело, но это путь, дающий наилучший результат. Наука скажет следующее. Все работают за деньги. Нет людей, которые денег бы не хотели совсем. Жестко, так сразу. И никто не работает только за деньги. Спасибо. Должно быть что-то еще.